Тема «Ходовые характеристики» отображает все то, что влияет на скорость и маневренность корабля. Инертность – важнейшая характеристика для пилота, который выбрал тактику ведения боя с максимально низкой дистанции. В данном случае из инертности важно знать, что это маневренность вашего судна. При сближении с кораблем противника ваша цель – держаться от него на расстоянии оптимальной дальности ваших орудий, чтобы наносить ему максимальные повреждения. При этом крутиться по орбите противника с достаточно высокой скоростью, чтобы его орудия не успевали на вас наводиться. Это называется танковка скоростью. И тут вы можете столкнуться с проблемой, когда ваш корабль не может держать необходимую дистанцию, орбиту, крутиться вокруг цели на требуемой для успешной танковки скорости, так как его заносит на поворотах. Из-за чего оптимальная, а может и максимальная, дальность ведения огня нарушаются. Значит, вы не можете эффективно атаковать цель. Также из-за увеличения расстояния между вами и противником, его орудиям становится проще навестись на вас, так как теперь им требуется меньше скорости наводки. Угловая скорость. Изменять инертность корабля можно различными модулями. Чем она меньше, тем маневреннее корабль. Скорость хода в варп-режиме – это как быстро корабль летит в варп-прыжке. Эта характеристика не относится к любым другим скоростям, ни к модулям, микроварп-драйв-ускорителям и тому подобных. Характеристика «время разгона» очень важна, когда нужно быстро уйти в варп-прыжок. К примеру, чтобы удрать от агрессора, который может использовать варп-подавители или варп-глушители, которые выведут из строя ваш варп-двигатель.